Свобода слова, честь, уважение, вера. С этих слов начинается документальный фильм «Доказательство правды», который рассказывает историю ареста и уголовного дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. 1 июня 2016 года – один из тяжелейших дней для семьи бывшего главы Владивостока. Когда сотрудники силовых структур в 6 часов утра ворвались вот в этот дом семьи Пушкаревых в пригороде Владивостока и дом родителей экс-мэра в Спасске-Дальнем. По существу, честно и объективно, такую характеристику фильму дал сам Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети. Больше полутора лет Игорь Пушкарев находится в СИЗО «Матросская тишина». 3 ноября 2017 года он сложил с себя полномочия главы Владивостока по собственному желанию. Но жители города до сих пор пишут в социальных сетях: «Верните нашего мэра». Не дал покоя бездельникам. Грамотный хозяйственник. Порядок в городе был, за что и поплатился своей судьбой. Тяжелые времена. Пушкарева все помнят как человека, который выделял деньги городу из своего кармана. Реально. Он, наверное, единственный на всю Россию такой. При нем появился порядок в городе. Скрыли шашлычки да рюмочные. Появились стадионы. Вернули детские сады. И не было точечной застройки. Ларьков всех мастей. Почти отсудили детский яхт-клуб. Зимой стало можно ездить и ходить по городу. Фильм «Игорь Пушкарев. Доказательство правды» появился в интернете 4 февраля. За сутки видео посмотрели почти 3000 зрителей, и статистика просмотров постоянно растет. Премьер-министр Владимир Путин лично поручил молодому мэру Владивостока Игорю Пушкареву подготовить город к саммиту АТС. Администрация Владивостока взяла на себя большую часть объектов внутри города. Нужно было отремонтировать и сотни километров дорог. Подобные траты явно не вписывались в городской бюджет, а малые компании не брались выполнять работы в сжатый срок при недостатке финансирования. «Доказательство правды» – фильм расследования, короткометражная документальная драма, в которой создатели рассказывают зрителям, в том числе, историю взаимоотношений администрации города и МУП «Дороги Владивостока». В итоге администрация Владивостока возродила забытое муниципальное предприятие «Дороги Владивостока», которое занималось ремонтными работами, а строительные материалы в долг давала компания братьев Пушкарева «Восток-Цемент». Вера в справедливое будущее – вот главная идея фильма про Игоря Пушкарева. Как подчеркивают его создатели, редко встретишь чиновника, который с таким упорством доказывает собственную невиновность. На следующей неделе, 13 февраля, в Тверском суде Москвы состоится предварительное слушание по делу Игоря Пушкарева. И экс-мэр Владивостока, несмотря ни на что, до сих пор верит в справедливость российской Фемиды. Как написал Игорь Пушкарев у себя на страничке, надеюсь, Тверской суд Москвы разберется в деле и вынесет правильные решения. Светлана Садовая, новости на Восьмом.